Всем привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу вам, как редактировать видео прямо в YouTube. Заходите в YouTube, авторизируйтесь, заходите в творческая студия YouTube, это бета-версия. Обязательно научитесь работать уже в бета-версии, так как классический дизайн скоро совершенно уберут из использования. Вот здесь в панели выбираете видео. Вы можете загрузить видео без публикации, тогда вот здесь параметры доступа будут написаны о том, что оно не опубликовано. Либо уже редактировать те видео, которые у вас загружены. Ну, бывает, например, лишние какие-то секунды, или где вы используете слишком долгие паузы, или наоборот, какие-то слова-паразиты, там, да, ну, вот. Вы можете это все убрать, вырезать прямо в YouTube. Давайте возьмем какое-нибудь видео, просто такое непопулярное, ради того, чтобы тренироваться, да. Вот находим видео, например, открываем его не через вот эту посмотреть на YouTube или не через здесь, просто щелкайте на само видео вот здесь у вас в вашей админке. Когда вы по нему, значит, кликнули, у вас слева на боковой панели открывается редактор. Щелкаем на редактор. Все, вы зашли в редактор видео на YouTube. Допустим, мы хотим что-то обрезать в видео. Выбираем обрезать. Смотрите, у нас открывается сверху само ваше видео. Вы его можете воспроизвести. Пока выключить звук. Открывается ваше видео, и вы выбираете то время или тот момент, который вы, допустим, хотите обрезать. Вот я хочу, например, что-то обрезать. Мне не нравится вот этот фрагмент. Допустим, он мутный. Вот так я здесь смотрю. Угу. Так, возвращаемся с того момента, где мне перестал нравиться. Вот, например, здесь. Да. Я запоминаю, что время здесь он мне показывает какое. Минута. Ой, 15 секунд 27 там, сотых долей. И я хочу его обрезать, вот, например, до сюда. И щелкаю «Разделить». Выбираем, значит, место, откуда и докуда мы хотим разделить. Да, вот, например, до сюда. Я хочу разделить. Да, если я нажму «Очистить» или там «Просмотреть». Так, можем теперь посмотреть, как это выглядит. Вот отсюда опять пошло у нас видео. Идет, доходит до того места, которое мы убрали, и все, и сразу же перематывается. Ненужный фрагмент вам вы вырезали. Как только вы нажмете «Сохранить», ваше видео будет сохранено с обрезанным куском, и вернуть его будет нельзя, поэтому аккуратней. Если у вас есть видео на вашем компьютере, да, или телефоне, то вы сможете его как бы вернуть, но опять оно обнулится, с нуля просмотров начнется. Поэтому редактируйте грамотно, сохраняйте только тогда, когда вы полностью уверены в том, что ваше видео готово. Так вот можно удалить крестик. Нажали и удалили то, что вы там хотели будто бы обрезать. Отмена. Что вот здесь за шкала с лупой от минуса до к плюсу? Бывает такое, что буквально нужно вырезать один звук. Вот, например, сказали вы «Привет всем», а потом решили, что слово «всем» вам не нужно, и вы хотите его убрать. Вы его вроде бы в редакторе убрали, потом на YouTube загрузили, а получилось у вас, например, «Привет в», да? Ну, то есть от «всем» у вас осталась, например, буква «В» первая. И это выглядит некрасиво. Как можно ее убрать отсюда? Вы вот нашли, например, что она идет вот на какой-то секунде вот здесь, между вот «Привет всем», вот вы сказали, между нулем и одной секундой. Делаем «Приблизить». И вот это значит, видите, 0.30. Вы приближаете время, то есть вот это, от нуля до одной секунды, видите, шкала стала больше. 0.3, 0.45 и прочее. Вы прямо можете найти это место и вырезать ненужный звук.
можно еще больше сделать, прямо вообще до самых-самых-самых микросекунд. Вот видите, даже всего лишь одна секунда, сколько, да, она у нас разделилась. Надеюсь, понятно, для чего нужна эта шкала, то можно обратно все вернуть, как было. Какие еще есть функции здесь? Здесь, значит, есть что у нас? Добавить аудио. Вы можете добавить аудио прямо из фонотеки YouTube. То есть, чтобы у вас не было нарушения авторских прав, чтобы вы могли монетизировать, если вы монетизируете ваши видео, чтобы вы могли монетизировать их, поставьте музыку без авторских прав, наложите ее фоном. Либо вы можете добавить аудио уже со своего компьютера. Конечная заставка. Это очень, мне кажется, хорошая. Конечную заставку. Щелкаем вот сюда. И посмотрите. Добавление конечной заставки. У вас есть уже шаблон. Вот сейчас, допустим, у нас стоит пустой шаблон. А вот этот шаблон позволяет добавить один ролик или один плейлист и одну кнопку. Кнопки обозначаются обычно у нас кружочком. А ролик или плейлист таким прямоугольником. Можно добавить два ролика или плейлиста. Два ролика или плейлиста и одна кнопка. Два ролика и плейлиста или одна кнопка вот в таком исполнении. Два ролика или плейлиста и одна кнопка вот в таком. Очень интересно. Кстати, расположение можно будет, по-моему, менять. Давайте мы попробуем с вами добавить, ну, допустим, два ролика или плейлиста и одна кнопка. Выберем вот этот вариант. Применить. Вот смотрите. Что он нам предлагает на кнопке написать? Подписаться наши дети. Кнопка подписаться. Можно выбрать подписаться на канал, плейлист или видео, да? Но мы выбираем подписаться на канал «Наши дети». Хорошо. Здесь мне очень нравится, что предлагают видео самое новое и самое подходящее. Самое новое, то есть у вас все время на этой видеозаписи, вот вы будете новое видео публиковать, здесь каждый раз будет новое видео, не одна и та же картинка, все время разная. А вот это тоже суперски, это видео самое подходящее. То есть раньше, если вы вручную подбирали, вот, например, вы поставили видео про танцы, то видео самое подходящее, а у вас полно всяких разных обучалок, там, как стихи читать или как петь, а тут вы поставили видео про танцы, то самое подходящее, на мой взгляд, вы бы выбрали еще какое-нибудь видео про танцы, да? Ну, не самое подходящее, в смысле, а вот если бы делали вы продвигать одно и то же видео, как это было раньше. Когда здесь написано видео самое подходящее, это означает, что YouTube сам подберет для каждого зрителя видео отдельное. То есть раньше, помните, были вот это выбрать видео, всегда продвигать одно и то же видео с вашего или другого канала YouTube. Я обычно всегда ставила это. Сейчас у вас есть самое подходящее. Мне кажется, это очень круто. Еще есть клавиша размытия. Так, давайте посмотрим на нее. Добавить размытие. Угу. Размытие лица. Если вы примените эту функцию, все лица в видео будут размыты. Это, наверное, очень хорошая, значит, функция, если вы снимаете какое-то видео, типа вот как бывает, да, берут интервью у человека, который не хочет, чтобы его было видно лицо. Можно нажать, и не будет видно. Размытие области. С помощью этой функции вы можете размыть определенные области или объекты видео. Тоже прикольно, можно сделать какую-нибудь видеозадачку, например, что-то спрятать под видео, рассказывать и там поставить размытие, чтобы было неизвестно, о чем идет речь, и задать видео вопрос, как вы думаете, что здесь, а потом раз, да, и показать. Хорошо. Так, это размытие. После того, как вы все сделали, после того, как вы добавили все элементы, вырезали ненужные фрагменты, сделали все, что было вам необходимо с вашим видео в редакторе YouTube, вы нажимаете «Сохранить». Они, значит, пишут, видео обрабатывается, повторите попытку позже. Иногда они пишут, что на обработку видео уходит чуть ли там несколько часов. Видимо, сейчас особо редактором люди сильно не пользуются, потому что, когда я заходила, вот мне кажется, уже все готово. Через минуту уже было все готово. Давайте попробуем посмотреть. Так, что мы делаем?
Да? Да. Ладно. Делаем главное, наверное, да? Угу. Творческую студию заходим. Найдем сейчас наше видео, которое было, что там, зебра, да? И посмотрим, как оно выглядит на Ютубе. Вот щелкайте посмотреть на Ютубе. Так, видео 24 минуты, но 4 минуты мы смотреть не будем. Так. А, вот, замечательно. Мне прям уже понравилось, как это выглядит. Классно, мне нравится. Смотрите, кнопочка подписаться. Вот действительно последнее видео. И почему-то он решил мне показать запрос, как настроить часы JetKit. Ну вот, вот так. Вот. Если вам понравился обзор на видеоредактор YouTube, поставьте лайк, мне будет очень приятно. А если вы подпишетесь на канал, это прям просто поднимет мне настроение на весь день. Всем пока!